Техническое описание кода неисправности OBD-2, цепь 6 управления выпускным клапаном, обрыв, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, автомобилями Dodge, Peugeot, Jeep, Chevrolet, Chrysler и так далее, хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации двигателя, код неисправности OBD2P3445 и соответствующие коды P3445. 3446, P3447 и P3448 связаны с цепью управления выпускным клапаном цилиндра 6. Целью схемы управления выпускным клапаном цилиндра 6 является отключение выпускного клапана для обеспечения возможности отключения цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, чтобы повысить экономию топлива во время работы с малой нагрузкой на холостом ходу или на шоссе. Модуль управления двигателем ESM управляет четвертых или восьми цилиндров цилиндровыми режимами работы двигателя, отключая 4 из цилиндров двигателя, этот процесс достигается путем включения соленоидов с переменным фазным временем, которые при необходимости включают и выключают выпускные клапаны, этот код относится к цилиндру номер 6, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком запуска цилиндров, контроллер ASUD ограничит время отключения цилиндра 10-минутным циклом в режиме V4, а затем вернется в режим V8 на одну минуту соленоид газораспределительного механизма цилиндров номер 6 устанавливается на выпускном коллекторе или рядом с ним рядом с этим цилиндром в зависимости от конкретной конфигурации и автомобиля, когда контроллер ASUD обнаруживает неправильное напряжение или сопротивление в цепи управления выпускным клапаном цилиндра 6, устанавливается код P3445 и загорается контрольная лампа двигателя, сервисный двигатель скоро или оба могут загореться, в некоторых случаях контроллер ASUD может отключить форсунку цилиндра номер 6, пока проблема не будет устранена, а код не будет очищен, что приведет к заметному пропуску двигателя, соленоиды дезактивации цилиндров. Какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может значительно варьироваться от умеренного до серьезного в зависимости от конкретных симптомов неисправности. Пропуск зажигания требует немедленного внимания, поскольку это может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P3445 могут включать повышенный расход топлива, плохая работа двигателя, пропуск двигателя, сервисный двигатель, скоро загорится, проверьте, горит ли лампа двигателя. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода P3445 могут включать неисправность электромагнитного клапана регулировки фаз газораспределения низкий уровень или давление моторного масла, ограниченный проход масла, неисправная или поврежденная проводка, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, неисправный ESM, какие шаги по устранению неполадок P3445. Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки TSB для конкретного транспортного средства по годам, модели и двигателю, это может сэкономить ваше время и деньги, потому что это в основном известное решение известной проблемы, вторым шагом является проверка состояния моторного масла и подтверждение его обслуживания на соответствующем уровне, затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления выпускным клапаном цилиндра 6 и посмотрите на наличие очевидных физических повреждений, в зависимости от конкретного транспортного средства эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соленоид регулировки фаз газраспределения, переключатели, индикаторы неисправности и СМ, выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов, далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности безопасности, коррозии и поврежденных контактов, обратитесь к конкретным техническим данным для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию и определить каждый компонент, включенный в цепь управления выпускным клапаном цилиндра 1. Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, в этой ситуации датчик давления Объезжание масла также может облегчить процесс устранения неполадок, чтобы подтвердить ограничение прохождения масла. Напряжение, проверка, опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы. Конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий, помогая вам поставить точный диагноз, если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов, тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов сопротивления. Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта, замкнута или подверглась коррозии и должна быть отремонтирована или заменена каковы некоторые общие исправления для этого кода. Замена электромагнитного клапана регулировки фаз газраспределения, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена неисправной проводки, очистка заблокированных масляных каналов, перепрошивка или замена ESM. Распространенная ошибка замена электромагнитного клапана регулировки фаз газраспределения, когда из-за недостаточного давления масла или неисправной проводки ESM устанавливает этот код. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить. Ведь проблему с кодом неисправности цепи управления выпускным клапаном эта статья носит исключительно информационный характер и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.